Правда, что именно вы, Василий Киртока, на днях надавили и на Владимира Воронина, и на Артура Козма, заставив последнего подать заявление об отставке с должности члена Координационного совета по телерадиовещанию. Ну вот, или люди информированы, или злые языки говорят, что вас взбесило решение господина Козма поддержать инициативу о приостановлении вещания в Молдове российского телеканала «Россия-24». Да мне оно, конечно, не понравилось. Мне не только решение Козма не понравилось, мне не понравилось решение всей этой организации. Я считаю, что не тот путь выбран, не тот путь. Нельзя уничтожать органы массовой информации. Нужно с ними работать. Если они отходят от законодательства, нужно их штрафовать, нужно их наказывать. Но уничтожать нельзя, тем более, что это происходит на фоне того, что органы массовой информации такого же уровня и такого же порядка других государств здесь функционируют. Конечно. Вы посмотрите, примерно так же работают украинские каналы, примерно так же работают румынские каналы, примерно так же работают, значит, извините, и английские, и американские каналы, и многих других стран. Они таким образом построены, так? Поэтому, конечно, это нельзя делать. Вот. И вы знаете, Владимир Николаевич Воронин, это человек, который, с моей точки зрения, не утратил еще чувство политика, шарм политика. Поэтому это решение было принято исключительно им. Никакого давления я не наказывал. Значит, я не бежал, сломя голову там туда в офис для этого. Я свое мнение высказал, конечно, по этому вопросу, но я высказал тогда, когда это решение уже было принято.